Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас пришли на завтрак. Сегодня вареники с вишней. Я их просто обожаю. Взяла себе запеканку, разные печеньки и фрукты. Всем приятного аппетита, кто будет вместе с нами. Даже некуда положить, помню. Да нет, пусть висит еще. Господи. Сними. Держи. Да сними, говорю, просто тут такую. А, снять? Да. Ну так я сняла уж. Я думала снять рисунок твой. Да я это показывала уже, выкладывала. Я хочу показать вам анимацию программы на сегодня. Такую же сделали, у всех такая. На сегодня вот такая вот у нас анимация. Но сейчас идем к бассейну, а вечером идем на пляж. В общем, мы решили, что сейчас пойдем в бассейн, поплаваем в бассейне. Тут будет акваэробика в 11 часов, потом музыка, ну короче. А после обеда пойдем уже, то есть после обеда мы пойдем в номер, отдохнем, поспим, повыкладываем, в основном мы сюда выкладываем видосики, в этот момент сторисы, а вечером уже пойдем на пляж. За ручку? Это замерз. Ребята, очень много вопросов было по поводу моего нового голубого купальника совместного. Он реально крутой. Здесь можно, смотрите, вот эти вот лямки прямо вот так вот. А можно крест-накрест. И тоже получается очень симпатично. Ну, вот так вот. Так сложно объяснить. Я вам видео вставлю. Единственное, что крест-накрест я не носила. Я носила всегда вот так. Ну, не знаю, мне больше просто нравится, когда прямо смотрят эти лямки. Сзади, получается, спина полностью открыта у этого купальника. Сюда можно вставлять чашечки, есть отверстие, но и без чашек он на самом деле нормально смотрится абсолютно. Я чашки не вставляла. Заказывала этот купальник я на Валберисе. Конечно же, ссылочку вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Цена вообще недорогая. Это российский бренд, так вот он называется. И что мне нравится, у этого бренда очень большая размерная сетка. Там некоторые модели до 72 размера вообще доходят, так что... Абсолютно каждый найдет для себя подходящий размер. Цвета у этого купальника были разные, если я не ошибаюсь, 5 разных цветов, но я выбрала вот в таком вот нежно-голубом цвете. А куда мы сейчас идем? Конечно, есть. Это мы идем есть. Я даже ради этого нарядилась. Видите, нарядилась. Акваэробика. Вначале у нас была зарядка, потом у нас была акваэробика, потом мы просто поплавали. А потом мы пошли в номер, переоделись. Мама подсушила голову, но мне лень сушить голову, так что я ничего не делала с ней. Я эту не до конца высушила. Я просто переоделась, надела сухой купальник. До конца экрана надо сушить. Да, бессмысленно. Они вообще. Не в бассейн синяки. Ой, да, мы не снимали, ну короче, мы там играли. Стрелялась. Перевернулась, испугалась. Папа ее, короче, перевернула. Она такая вылезла с такими глазами. Ну блин! Шляпа улетела. Дверь противопожарная. Да? Да. Это ты с чего взял? Дверь противопожарная. А, написано? Сейчас покажу. Вот, смотрите. Видите? Видели? Так, ладно, идем на обед. Вот этот. Я взяла себе два кусочка. Это очень вкусный торт. Здесь получается клубника и банановая прослойка. Прям обалденный. А мама взяла какой-то шоколад себе. Сегодня на обед тефтели в соусе. Камбала жареная. Так, это из свинины какое-то блюдо. И цыпленок табака. И сегодня на обед гречка, рис, макароны, картофель с чесноком, капуста тушеная. Салат с кукурузой кран-палочками, салат овощной, салат из вегетарианской капусты,
сушеные огурцы, соленья разные, фрукты. Конечно же, там зелень. Много разной выпечки. Из супов у нас суп гороховый. И здесь еще свекольник. Принесли еще тортики, медовик. И какой-то не знаю. Сколько здесь всего необычного, да? Ой, смотри, как красиво. В отеле, и у меня сегодня день рождения. Я предложила вот такой длинный мармелад. А может быть, вот такую штучку? А вот смотри, взрывная карамель есть. Ну, наверное, такую, мне кажется. Взрывная кола. А вот жевательная резинка. Бомбита. Ой, а вот помадка. У меня раньше в детстве такая была. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И вот помадка. Такое, чтобы ничего не растаяло. Смотрите. Прелесть какая. Выбирай. Что? Мне вот такая вот больше нравится, она вкуснее. Ну, да. Пожми. Прямо перед входом на пляж такие вот ларечки. Только я беру камеру, там... Ну, потому что ты берешь камеру там, где нужно снять. Поэтому я беру камеру. Лика сразу берет камеру. Можно мне уже не говорить, либо ничего. Хочешь, я могу озвучить. Если... Смотри, вот эти вот классные, это вообще вот эти вот трендовые шлепки такие. Правда, не маленькие. Какие? Вот такие вот. Цветные. Ну, не цветные, а вот с рисунком 600 рублей, которые. Да, мне тоже жарко. Я хочу в морешко уже окунуться. Крема. А еще? А, ну да. Но я покупать не буду. А еще вот эти вот крема сейчас абсолютно у всех. Вот на пляже я лежу, смотрю, и все вот именно вот этими кремами пользуются. Ну, она ищет маску вообще везде. Но здесь они все такие, как папа сказал, фуфло, нужно фирменную искать. Вот. Вы очки сколько брали? Ну да, они быстренько, раз, пока резинка лопается. Пока фирменную не возьмешь, все протекает. И резинка лопается. Ой, я уже хочу лимонадик. Мохито, да. На пляже. В общем, расскажу вам небольшой секрет. Утром нужно сидеть у бассейна, купаться в бассейне, а вечером ходить на пляж, потому что в основном вся масса утром ходит на пляж, и здесь очень много людей, а вечером все сидят у бассейна, плавают в бассейне, и теперь там много людей, но зато на пляже, смотрите, вообще практически никого. Смотрите, какое сегодня море. Вчера купались, все кристально чистая вода была, и сегодня вот такая. Я в одиночке, Мы пытаемся пройти, потому что там чистая вода, а тут нет. А, я не могу просто перебороть себя. Вот, смотри, вот здесь меньше полоса. Пойдем здесь. Боже. Там, смотри, чистая уже. Давай, ты первая, я буду снимать. Мамочка. Да, понимаю. Боже мой, куда я? Сама ты же идешь, или не одна не видишь. Ну блин, люди идут вообще спокойно так. Ой, посмотри, неженки какие. Пойдем? Куда? Там чистая вода. Пойдем. Мы нашли место почище, чем там. Ой. Идем. Вода теплейшая, просто. Ну блин. А потому что чистенько. А что? Прям чистая, да? Блин. Ладно, 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 идем. О, смотрите. Видели? Прям моментально такая полоса. И здесь прям уже чистенькая водичка. Опс. Ой, ну здесь прям купаться можно. Смотрите. Чистенькая водичка. Я буду купаться, я буду купаться. Смотрите, какая чистая вода, оказывается. Да? Не, мы вчера купались, вчера вообще чистейшая. Ну, тоже везде. Вот такая чистая, да. Она вот как-то, видишь, она вот местами, вот раз, вот, допустим, идет как ветка такая в водорослях, да? Потом чистая вода, потом опять. Если туда дальше отойти, там вообще чистая
такая будет на приходе. Ну да. Блин, ну мне прям нравится. Ну прям чисто, прям видно все эти барханы. Вообще красота, да. А ты ее не вот так, ты ее за одну ногу туда идешь? Да, за одну ногу. Ты че? Да нет, одной рукой две ноги. Ну это он как-то по-другому. Одной, я говорю, он спиной к ней стоял, одной рукой за одну ногу тащил ее. Господи, ну давай, подожди. Вот так, да, было. Давай вот ты. На ужин у нас сегодня утка с апельсином, котлета рыбная, люля, жареные колбаски, очень даже аппетитные, гречка, рис, пюре, макароны, кабачки в соусе, салат столичный, греческий и мясной. Яркий. В общем, я взяла люля, колбаску, пюрешку, салат греческий, кукурузу, лимонады и, конечно же, арбуз. Ой, беседочка. А там дальше еще очень много лавочек. Сейчас вам покажу. У нас окна, получается, выходят как раз таки на ту территорию. Я вам сейчас покажу, там прям лавочек, вот так, целый ряд. Смотрите. Оп! И вон туда вот лавочки. Здесь еще детская такая небольшая зона, качельки разные. Сейчас ближе вам покажу, подойду. А то у нас уже темно, особо ничего не видно, наверное. Вон. В общем, вот такие вот качели. Горка там, дети играют, и вот такая качелька. А еще, насколько я помню, вот здесь вот занимаются йогой. Рано утром, в 8 утра. Но мы в 8 утра рано так не спускаемся вниз. Мы где-то в 7.30 встаем, пока просыпаемся, пока собираемся, где-то еще выходим. В 8.10 только выходим из номера и идем как раз таки уже завтра. Потому что йогой, ну как бы, короче. Не занимаемся йогой мы. Пыталась найти оправдание, но не получилось. Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас вышли на завтрак. И сегодня с утра плаваем в бассейне, а к вечеру пойдем на морешко. На завтрак, конечно же, разная выпечка, слойки, сухой завтрак, омлет, тефтельки. Сегодня яблоко запеченное и блины с вишней. Овощи ассорти, салат моркови с яблоком. Здравствуйте, салат овощной, яйца тварные. Фрукты сегодня, хлеб, зелень, сыр, колбаса, масло и разные соусы. Овощи запеченные, макароны, сардельки и вареники. Все. С картошкой. Каша геркулес на воде, каша гречневая и каша манная сегодня. Смотрите, какой волосатый персик. Местный волосатый персик. Мне очень понравились эти яблочки запеченные. Они такие прям маленькие-маленькие яблочки. Нам Миланка песню какую-то заказала. Что она заказала? За полеты. Не слышу. Я на пробу взяла такой кусочек тортика, такой кусочек тортика. И вот этот вот торт, его просто за секунду размели. Я не знаю, что это за торт, попробуем. Это из безе. Из безе, да. Так, это маме тебе ты сказала принести. Да. Еще такого. Ну, а я буду еще фаршированный перец, кукуруза, салатик, борщ и вот такие вот трубочки. Я знаю, что это многовато, ну а что делать, если все вкусно. Всем приятного аппетита. Следующий торт. Это, по-моему, черный лес, а это типа как, не знаю, борщ какой.
Идем сейчас на пляж. Я зашла в столовую, взяла персик. Там разные слойки есть еще, блинчики. Ну, я что-то как-то не хочу, решила просто взять персик. А я сегодня в обед спала. Вы не представляете, как это классно. Наплаваться в бассейне и прийти после пообедать, а потом прийти в номер и спать. Вообще, если честно, мы так встаем от отдыха. Да? Ну, когда она сказала, что он так встает от отдыха. Что просто нет, просто в основном всегда я в обед монтировала, что-то я выкладывала. А сегодня я решила просто отдохнуть и ничего не монтировать, ничего не выкладывать, просто спать вообще. И вообще. Мне очень понравилось. И вообще, между прочим, когда ты плаваешь в бассейне, ты очень устаешь, что Домой ты хочешь спать. Да-да-да. Мы еще акваэробикой постоянно занимаемся, каждый день просто разминка, акваэробика. Ну и, конечно, просто плаваем, и ноги прям устают конкретно. Посмотри, здесь даже маленькие есть. Прям малыши вообще. Где? А вот здесь плавают, видишь, сверху? Опускай, давай. Милка, ну ты чего? Опускай. Все, время идет. Милка, 5 минут. Все, они уже... Набрали разную мармеладу, а смотри, какую-то оранжевую меланду взяла. Там разные вкусы, и зеленый. И зеленый, и красный, и радужную даже взяли. Сейчас покажу. Радужная. Вот такая вот радужная. Ладно, все, мы купаться. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this. Смотрите, какую медузу вытащила на берег. Ядовитая. Она просто гигантская. Это ядовитая? Да, это ядовитая. Капец, просто. А еще какую палку? Какая медуза? Дай палку вытащить на берег. Но медуза просто гигантская. Мы уже идем сейчас на ужин, возвращаемся в отель. Завтра уезжаем. Ну, так не хочется уезжать. Многие спрашивают, я оставляю ссылки под каждым видео. Многие все равно спрашивают, как называется отель. Отель называется Sea Breeze Resort. Это трехзвездочный отель в Анапе. Здесь все включено. Еда просто круглосуточная, можно сказать, с 8 до 8. Постоянно что-то есть вкусненькое. Блин, вообще классно. И собственный пляж с качелями, с лежаками, с туалетом, с душем. Чистые номера, детская анимация, взрослая анимация. Классно. Ой, мои уже ушли. Возвращаемся. Смотрите, лошадь идет. Мы идем к отелю. А здесь лошадка. На ужин у нас сегодня шашлык из свинины, курица отварная, котлеты по-домашнее, треска отварная и хинкали. Я взяла себе 2 кусочка тортика. Это какой-то новый, такой не пробовала, пробовала в обед. Безешки, конечно же, арбуз. Выбрали самый сладкий. Хинкали на пробу взяла 2 штучки и помидорчики с оленьем, в общем. Салат греческий, кукурузу, картошку, вот этот какой-то острый салат с фасолью и этими сухариками попробую тоже. И шашлык тоже на пробу взяла, если понравится, пойду еще возьму. Я покажу дорогу туда. Если страхи мешают жить.
fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let... Лика со слезами на глазах. Не хочет уезжать отсюда. Папа все проверяет. Да, я уже тоже проверила. Папа вещи все собрали и выезжаем. Нам... Сколько нам ехать до Сочи? Часов 5-6. Но, ну, пробки, поэтому... Нам, да, в Сочи ехать 8 часов. Все? Сейчас зайдем еще в ларечек. Обязательно милашки разные сюрпризики возьмем, мармеладки. Милана еще пообещала мне. Я надеюсь, мы обязательно вернемся. Я тоже на это очень надеюсь. Милана пообещала мне взять сюрпризики, так что будем в дороге обмениваться сладостями. И едем к бабушке в Сочи. Так, зашли в ларечки. Смотрите. Вот такая вот. Говорит, красивая татушка. Этот ларек уже популярный. На, подержи. Так, а это что такое? Взрывная карамелька, жевательная резинка. Сколько ей нужно сладостей? 4, 8. У меня одна еще лежит с той дороги. Ребят, ну что, на этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Смотрите, какой потрясающий вид.